Приветствую вас, и ситуация заключается в том, что контролировать клиентов, кроме как посредством этого ресурса, нельзя. Если вы считаете, что вся история сюда не поместится, то, соответственно, вы можете написать эксперту, который придется вам по душе, в личное сообщение, нажав синюю кнопку «Общаться в чате» и подробно в нескольких сообщениях написать ему свою проблему, либо через голосовую связь. Прошу также заметить, что предварительно нужно обговорить вопрос языка. Поскольку вы пишете на украинском, то эксперт должен также по возможности владеть этим языком, дабы понимать вас, так как тут очень важно уловить смысл того, что вы говорите. Обязательно с экспертом этот вопрос обсудите. Или вы, если говорите по-русски, то, соответственно, вас проблем будет меньше, потому что все-таки на сайте в основном русскоязычные эксперты. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.